Ребята, всем привет! С вами Ксюша, и я пришла со школы, конечно, не очень накрашенная, но хочу собрать косметичку на дискотеку. В честь Нового года, ребята, нам объявили дискотеку в школе. Для того, чтобы собрать косметичку на дискотеку, нужно, разумеется, выбрать саму косметичку. У меня выбор сложный. Вот такая гора, ребята, и вот еще несколько тут штучек вот есть. Короче, вагон и маленькая тележечка. Я сразу думаю, что нужно брать побольше. Давайте вот Шанель. В ней, в принципе, много места. Это маленькая от Victoria's Secret. Это от Armani. А это диоровская, была тоже в подарок. А еще классно, что она с зеркалом. Косметичка от Dolce & Gabbana, представляете? А может, ее лучше взять на дискотеку? Она такая красненькая. Лучше возьму красную косметичку. А вы пишите, какую выбрали бы вы? Черную или красную? Дальше косметичка огромная. Огромная из Victoria's Secret, я ее брала с собой в поезд отдыхать. Кто не видел видео, где я собирала косметичку, вот эту, в поезд, ссылочка будет в описании. Здесь очень много места. Раз, два и три. Дальше просто огромный чемодан NYX. Он выручит нас в любой ситуации. Если вдруг мне сейчас не хватит места, он нам поможет. Посмотрите, как он красиво открывается. Это так, чисто для новых подписчиков. Потому что я его покупала очень давно. Смотрите, раз, два. И вообще красотень. А если кто помнит, куда я собирала этот чемоданчик, то пишите в комментариях. Ну и остались у нас вот такие маленькие мягкие косметички. Погнали. Это маленькая совсем Animal. Достаточно большая косметичка с единорожкой. Ее тоже можно собрать. Мне она очень нравится, потому что она очень вместительная. Эту косметичку мне подарили. Очень прикольненько, розовенько, красивенькая такая. Но она очень миниатюрная. То есть в нее много всего не войдет. А мне так не надо. Дальше. Это моя любимая косметичка, миниатюрная, в общем, с ромашками, такая красивая, тоже достаточно вместительная. Я иногда ее использую даже как пенал. Но я ее не буду сегодня выбирать. Дальше вот такая красивенькая, голубенькая. Детский сад колокольчик. И последняя моя новая косметичка, блестящая, вот такая красивая, с созвездиями. И туда, возможно, много всего войдет, подходящая к дискотеке. Почему-то мне кажется, что вот эти две косметички будут маловаты. Я, конечно, ни на что не намекаю. При этом я же не одна крашусь. Я еще возьму косметику для одноклассниц. Я даже знаю, кто какой косметикой любит красить. Понимаете? И я выбираю вот эту косметичку. Тут будет очень много места. Сюда я положу какие-нибудь палетки, помады. Сюда еще какие-нибудь палетки. Ребята, можно делать все по порядку. То есть сначала положить праймер, тон, консилер и так далее. А еще можно сделать так, чтобы я открывала каждый ящик по очереди. И в каждом выбирала все, что я хочу взять. Но логичнее будет, конечно, первый способ. Им и воспользуемся. Открываем мой любимый центральный шкаф. Точнее, ящичек. Я отодвигаю его максимум вот так. Мне больше не надо. Для полного счастья. Тут все лежит просто. Это вот просто лучший шкаф. Первое, что я хочу взять, это будет праймер для лица. Я им пользуюсь всегда. У меня есть от Dior и есть от Chanel. Именно в этой полочке. Я обычно пользуюсь диоровским, но давайте возьмем Chanel. Он тоже очень классный. Вдруг он девочкам больше понравится. Кладем. Опа! На дискотеку я буду краситься с нуля, поэтому уберем все по полной. Следующий у нас тон. Обычно я пользуюсь диоровским, но также у меня есть Шанель, вот этот очень легкий, он прям вообще практически не виден на коже. Он у нас сразу отбрасывается, потому что я хочу все делать по полному. И есть вот такой тон, он пахнет арбузиком, он суперский. Ой, даже не знаю, какой взять. Этот я в школу не носила еще, давайте его и возьму. Сегодня косметичка у меня Шанель получилась. Консилер будет Dior, потому что я пользуюсь только им, у меня от Шанель даже нет. Он у меня уже заканчивается. Что-то хотела новый. Смотрите, какая красота. Класс. Если я его завтра с собой возьму в школу, его вообще не останется. Ну, ничего. Все нормально. Следующее. Контуринг. О, вспомнила. Контуринг есть разный. У меня нету Dior Chanel. Закрываем. Мы открываем вот эту полочку. Здесь мой любимый контуринг лежит от Fenty Beauty. Посмотрите, какой красивенький. Открываем. Он в стике. Но я также хочу показать вам контуринг в палетке. Я его сегодня носила в школу. Мне он очень понравился от Revolution. Помните, я открывала один календарь? Вот он. Я им уже попользовалась, разумеется. Ребят, я еще не убралась у себя в полочках.
скоро будет уборка, обещаю. В общем, здесь есть и хайлайтеры, контуринг. Но хайлайтер я эти брать не хочу, я хочу другие. И поэтому, чтобы продукт занимал меньше места, я возьму стики. А то придется брать чемодан от NYX. Трэш просто, Галечка. Дальше румяшки. У меня румяшек очень много. Я могу вам показать все, рассказать про каждую. Но есть любимые. Я думаю, никто не удивлен. Я обожаю вот эти румяна и вот эти. Просто два краша. Посмотрите на цвета. Как это можно не ценить? Они практически одинаковые, но тут более розовый. Я выбираю вот диоровский, потому что он меньше места занимает, он компактнее. Прямо он мне очень нравится. Кладем сюда. Но если я возьму одну косметику на всех девочек, мы будем все на одно лицо. Поэтому давайте возьмем еще что-нибудь. Разбавить. Другие румяшки возьмем. Ну вот есть, например, вот такие от Makeup Obsession. Тоже адвент-календарь я открывала. Они более розовые. Для блондинок. Нет, для блондинок можно взять румяна с шиммером. Вот, давайте возьмем румяна с шиммером. Отлично, кладем. И давайте еще одни румяна возьмем. Вот они. Они, конечно, не розовые, но очень классные. Я знаю, какие я возьму румяна. Вот, палетища целые. Можно даже диоровские не брать. Не, я возьму. Есть и с шиммером. Есть вообще какие-то нюдовые. Контуринг как будто. И румяшки есть. Всякие разные просто. Вот, например, 8 одноклассниц. У нас не 8. Ну, красят, наверное, 8. Девчонки, у нас не все в классе красятся. А у вас? Пишем в комментариях. Мне, например, нужен вот этот или вот этот. Это я кладу к палеткам, наверное. Вот сюда. Здесь будут лежать палетки. Дальше хайлайтер. Ну, хайлайтер это просто отдельная тема. Здесь без вопросов. Ну, вы как бы поняли, да? У меня уже рука тянется к этой полке. Кстати, хотите прикол? Я сажусь за стол, а у меня эта ручка отваливается. Я ее уже настолько задергала здесь. Я потому что только эту полку открываю. Уже буду вот так сейчас открывать. Правда, нужно определиться, какой мне выбрать. Какой же выбрать оттенок? Я не знаю, здесь более розовые. Но смотрите, тут везде металлические, а вот здесь есть и шиммерные просто. Есть и металлические. Я считаю, нужно что-то прям блескучее, потому что дискотека новогодняя. А вот это как раз подходит. Оно все сияет за километр. Короче, я знаете, что возьму? Я возьму все. Потому что мы все, во-первых, в разной одежде. Кладем это вот сюда. Можно этим хайлайтером везде намазаться. И на тело, и не знаю, и на щеки. Смотрим дальше. А что я открыла эту полочку? А, гель для бровей дальше у нас. Ну, тут как бы тоже без вопросов. У меня на самом деле был раньше любимчик. О, вот этот вот. Он прикольный, брови, в принципе, нормально фиксируются. Но потом я по советам купила вот этот от Benefit. Я влюбилась, девочки, что сказать. Я счастлива. Короче, вот это я кладу в корзину. Дальше, ребят, мы выбираем тени на дискотеку. Только все самое яркое. А я знаю, где можно найти самое яркое. Вот здесь. У Revolution, да. Недавно Ксюшечка открывала один календарь. Еще раз скажу, ссылочка в описании. И там ей попалась вот такая замечательная, супер пигментированная палетка. Супер сочная. Посмотрите, она подходит под мой лук и укроп. Беру ее, потому что с этой палеткой можно выделиться из толпы. Все, или ничего. Как будто рекламу какую-то снимаю. А следующую палеточку я возьму для девочек, которые не любят сильно яркие цвета, прям такие цвета фуксия. Возьмем чуть понюдовее, как бы тоже. Яркие, но нюдовые. Ну, понятно, да. Так, ой, посмотрите, здравствуйте. Очень больно, кстати. Это я вот так со всего маху. Осталось чуть-чуть, а я тут пальцами в стену тыкаю. Держимся, девочки, до Нового года. Потом как сделаю такие лопатища. И пойду встречать Елизавету с аэропортом. Аэропорт! Есть такая палеточка, на самом деле классная, для таких фиолетовых образов. Кстати, я бы на дискотеку реально сделала фиолетовый образ. Я считаю, что на дискотеку фиолетовый лук это просто лучше. Поэтому я его возьму, кладем. А зеленый я, наверное, не буду класть. Я бы сделала зеленый лук, но как-то палетку, она мне так не смотрится. Достаточно зеленые елки. И есть такая, ну это вообще нюдик, так сказать. Летний такой мейкап, а у нас же зимний йор. Вот, поэтому не берем. Давайте еще посмотрим вот такие палеточки. Например, шоколадка. Здесь только блестки. Ну все, приехали. Кто слышит салют? Празднуем Happy New Year. Теперь посмотрим нюдовую палетку. Ну тут очень прикольные блестки. Набрать не будем.
Все это видели? А, у меня кровь из пальцев. Это мой зуб. Ксения Куприко порезалась палеткой, я в шоке. Дезинфекция. Второй раз за сегодня. Я чуть не ноготь сломала, я же не все сделала. Дальше, ребята, вот такая палетка. Посмотрите, на самом деле, если так на нее смотреть, она вообще как бы, ну, такая не очень яркая. Но если присмотреться к каждому цвету, то можно представить, как это будет смотреться на лице. И, в принципе, будет очень ярко. Палетка большая. Думаю, ее надо взять. Вот сюда же. И давайте, значит, что сделаем. Это мы вытащим, положим сюда. И можно еще вот сюда что-то положить, потому что места, в принципе, осталось, а мелкого у нас не так много останется. И вообще, мне еще нужны кисти. И не одна, а много кистей. Не будем мы же одной кисточкой все и все делать. Кстати, ребята, у меня тут еще был хайлайтер. Надо было его тоже взять. А давайте тоже его возьмем. Посмотрите. Revolution. Я не могу его не взять. Берем. О, у меня еще есть вот такой хайлайтер от Revolution. Но он сильно огромный, он сюда не вместится. Так, Revolution, я думаю, на сегодня достаточно. Все, закрываем полку. Посмотрим, что лежит здесь. Здесь у нас лежит куча помад от Beauty Bomb, Beauty Bomb, Soda и Darling. Я бы на дискотеку накрасилась вот этой помадой. Посмотрите, это Beauty Bomb. И я ей и накрашусь. Осталось купить фиолетовую одежду. И не важно, что дискотека завтра. Кладем в корзину. Да вообще все в корзину кладем. Чего мелочиться-то сразу? Весь магазин загружаем. Еще я возьму вот такой глиттер для лица от фирмы RAD. Очень классный. Его можно и на глаза, и как хайлайтер. Вообще универсальный. В корзину. Здесь больше ничего нам не нужно. И откроем нижнюю, посмотрим, что там лежит. Опачки, а тут много чего лежит. На этой полочке у меня прям вообще все разбросано, трэш просто. Вот из помад я бы взяла маковскую, вот эту. Она, смотрите, какая темненькая, прикольненькая такая. Я считаю, надо брать. Кладем. Посмотрим, здесь у меня есть фиолетовая тушь, а у меня как раз будет фиолетовый макияж. Кладем еще и фиолетовую тушь. Да, чего у меня только нет. У меня даже была серебристая. Для чего вообще нужна серебристая тушь? Скажите мне. А тут еще есть куча разных вот таких вот маленьких штучек для стрелок от Seven Days. А они неоновые, поэтому беру все именно неоновые. Вот которые неоновые я не беру, только вот такие. Вот это ничего не подумайте, но это белый. Не важно, что он зеленый, это белый. Так, еще возьмем розовый. Возьмем синий. И возьмем фиолетовый, разумеется. Остальное все нюдовое. Кладем сюда. Надеюсь, мне хватит места. Здесь карандаши для глаз, здесь карандаши для губ. Я знаете, что возьму? Я возьму вот этот вот розовый линер для глаз. Возьму фиолетовый линер для глаз от Seven Days, потому что они в неоне светятся. И еще можно взять вот такую синюю. Вот, я думаю, что прям идеально будет. Закрываем. Подождите, мне еще нужен черный карандаш для глаз. Нет, мой любимый не здесь, ребята. Сейчас будем искать мой любимый нервно. Кладу это в корзину. А теперь ищем мой любимый карандаш для глаз. Он вот такой маленький. Ищем все вместе. Все страны ищем мой карандаш для глаз. И Украина, и Казахстан, и Белоруссия, и Узбекистан, и Таджикистан. Все абсолютно ищем мой карандаш для глаз. Я нашла! И это карандаш для глаз от Lancôme. Мне его подарили в подарок. Он такой классный, прям вообще. Он прям кремовый, его можно настаивать. Я его обожаю. Я хочу себе потом такой купить большой. Как вам идея? Пишем в комментариях. Кстати, ребят, вы перестали набирать лайки под видео с косметикой. Когда я пойду за косметикой? У меня вопрос. Ставим лайки. Перелистывайте все видосы. Если вы забыли где-то поставить лайк, ставьте его быстрее. Палец вверх. Следующее, давайте просто по полочкам будем открывать и уже по фактам. По фактам. О, моя самая любимая подводка для глаз. Берем. Конечно же, с ней получаются идеальные стрелки лично у меня. А вот штампики, которые звездочки, сердечки, они, конечно, очень классные, но я их подарила Лизе. Глаз. Поэтому я их не возьму на дискотеку. Если что, придется рисовать самой. Так, давайте еще вот здесь посмотрим, что можно взять. В принципе, тут тоже уже ничего. Ну, хотя давайте возьмем тинт с вишней. И блестки. 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 Вот это они. Вот блестки для глаз. Они лучшие. Просто они так блестят. О, сейчас, подождите.
Смотрите, насколько они сияющие. Просто магия. Я их точно беру. Кладем вот сюда все. Да, я знаю, что все забито. Если что, я потом переложу сюда. Ну, потому что я думаю, что там тоже забьется сейчас. Как же я уже жду дискотеку, ребят. Просто прям уже начала собираться, как видите. А вы напишите в комментариях, будет ли у вас новогодняя дискотека в школе. Это полочка с Никсом. Короче, можно взять, конечно, вот эту палеточку. Коллаборация с сериалом от Netflix. Но! Знаете, в чем прикол? Я один раз ей накрасилась, я 2 дня не могла стереть эти тени. Это был трэш. А я еще сделала себе вот такие розовые полностью глаза. Я их замазывала вот так консилером, у меня глаза вот такие белые были, я такая типа, здравствуйте. В школу я так ходила, да? Супер. Пришлось ждать, пока они сами сотрутся. И, кстати, это было без праймера. Без праймера. Праймер нужен, чтобы пигментация больше была. Чтобы они были поярче. Слава богу, что я его не сделала. Потому что после дискотеки у меня еще дальше есть дела на следующий день. Я не собираюсь ходить с фиолетовыми или зелеными глазами, как зомби. Ой, моя одна из любимых подводок, точечка. Надо взять. Берем, разумеется. Помада красная, вот. Та помада, которая у меня была везде летом. Это просто, так я смотрю на помаду, это просто чистое лето мое. Хочу купить именно побольше Никс, именно эту коллекцию помад. Прикол в том, что мне очень мало красных оттенков подходит. Ну, чисто на мое мнение. Но этот цвет просто такой классный, что идеальный. Я им буду краситься, наверное, Новый год. Не важно, что он красный, а у нас год черного тигра. Ничего страшного. А, это я беру, что же я обратно так кладу, что ж такое? И также нужно взять пудру. Вдруг нас будут фотографировать. А чтобы на фотографии не было вот такого блика на лице отличного, мы берем пудру. У меня пудра есть только от Никс. Пока что другую я не покупала. Надо купить, кстати. Подарок на Новый год. Это я уж положу сюда, потому что туда просто ничего уже не вмещается. Слушайте, мне кажется, у меня все войдет. Еще места столько осталось, просто полно. И, в принципе, вот это закрывается. То есть я еще могу столько же положить. Но у меня есть еще несколько пунктиков. Вы поняли, да? Палеточки. Это палетка, которая светится в ультрафиолете, дискотечно. Мы ее берем 100%, тут есть фиолетовый, я счастлива. Такое ощущение, что все накрасятся именно этой неоновой палеткой. Но я еще хочу взять вот эту. Красота. Плюс здесь еще есть зеркало. Зеркало, здравствуйте, здравствуйте. Очень классная палетка, я ее 100% кладу вот сюда. Такое классное настроение перед дискотчом прям. В смысле, она не влазит? А вот это вот как бы не по плану сейчас пошло. Что, сантиметром посмерить, что ли, не понимаю. Все отлично, вместилось. Я уже в шоке была. Да, вот так и вытащу нормально. И последнее, что нам остается положить, это кисти. Кистей у меня на самом деле не так много здесь будет, потому что у меня есть мои любимые определенные, которые я знаю, что на самом деле нужны. Перекладываю некоторые продукты вот сюда, чтобы переложить пудру и тени в это отделение. Посмотрите, какой у меня тут завал. Ну, чемодан, Никс, я так не хочу брать. Он такой здоровый. Ой, с ним таскаться по школе просто. Стыд, позор. Ну, в смысле, что с сумками такими. И последнее, это кисти. Вот это мы закрываем. Беру спонжик, беру кисть для тона, беру кисть для румян. Беру кисть для контуринга. Беру кисть для хайлайтера. Мы забыли тушь. А если бы я ушла без туши? Что вообще такое? Ну тут без вопросов. Я беру вот эту от Gucci. Беру от Эйвелин. Это просто лучшие. Лучшие. Еще мне не тушь понравилась. Но мне, кстати, больше понравилась Шанель, которую мне подарили пробничком. Вот такая малюсенькая. Ну такая классная. Вообще я в шоке. Но нам всему классу не хватит пробничка. Поэтому беру вот эти вот две огромные. И кисточки. Вот эти, как-то их нужно запихнуть. Я придумала. Мы сейчас берем, открываем этот кармашек и кладем сюда мелкую косметику, которая мешает. Быстренько так переклопаем. По-дружески переложим. Ребят, если я вдруг что-то забыла положить, то пишите мне в комментариях. Я исправлюсь в следующий раз. Так. Давайте еще что-нибудь положим, что вместо зря терять. Но вообще я ничего не должна забыть, ничего не должна оставить, потому что я всегда, каждый раз все тщательно собираю. Тем более я крашусь по пунктам. А знаете что, мы взяли фиолетовую тушь, а обычную вот не взяли. Это мы закрываем. А все остальные кисти кладем сюда. Все, наконец-то я
Сообразила. И теперь выбираем кисти для глаз. Да-да, я не забыла. Кисть для растушевки MAC. Кисть от Beauty Bomb, моя одна из самых любимых тоже. Потом вот это я тоже обожаю кисть. Люблю я вот эту кисть, ну по ней видно, вон она заюзанная вся прям. Красивая такая. Для стрелочек кисть. И, пожалуй, вот эту кисточку для мелких таких блесточек всяких разных. И расчесочку для бровей. Или вот ресниц. Все, убираем это все сюда. Отлично, просто я счастлива. Новенький споджик вроде как от Revolution. Уже не помню. Наша косметичка на дискотеку готова. Все вместилось. Даже нормально вместилось вроде как. Сейчас, подождите. Я в шоке, она реально закрывается. Я думала, она сейчас не закроется. Вот. Такая небольшая косметичка. Представляю, сколько я это потом раскладывать буду. Давайте, мне лучше сразу двумя руками. Не такая уж и тяжелая, как я думала. Ребят, я забыла положить духи сюда. Ну ладно, я лучше отдельно их возьму. Возьму себе какие-нибудь духи. А в раздевалке у меня стоят целых 3 миста, представляете? Уже 3, уже пополнение, я принесла новые. Походу, в следующий раз придется идти на дискотеку с чемоданом косметики. Это видео заканчивается, и кому оно понравилось, то обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях, есть ли у вас дискач. 3 полоски, 3 по 3 полоски. 3 полоски. Adidas кроссовки. Вот такое вот настроение у меня перед дискотекой. Всем пока!